Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в группу под названием Зуба. И сегодня будем смотреть новый скинчик на черепаху Шелли, будем играть за нее, да, в этом скине. Это исследовательница гробниц. Чуть опаздываю, конечно, новыми скинами, что поделать. Также, как вы знаете, там по загрузочному экрану еще будет у нас скин, как я понимаю, на черепаху Шелли. Но пока что его нет. Возможно, его добавят уже на следующей неделе, а возможно нет, посмотрим в общем. Так, это по поводу скина, по поводу еще обновки, там же завезли новые смайлики. Ну вот, это подкова. Ой, как это, котел с монетками, да? Может еще что-то, вот такая вот радуга, тоже с монетками, там с клевером. Ну все дела, тематический типа праздник будет, День Святого Патрика. Поэтому вот такие вот дела. Кстати, тихо. Смайл, если что. Если что, у меня есть 16-я лига. Вопрос, а что за прикол, почему мне он недоступен? Тоже интересный вопрос, ну ладно. Итак, у нас, ребятки, еще разрабы завезли новый челлендж. Этот челлендж у нас... Его в клиенте самому сейчас нету. Ну, то есть вот здесь вот, да, в сообщениях. Но он есть в Фейсбуке у разрабов. Там ссылочка, если что, есть в описании. В чем челлендж заключается? Вы должны отправить разработчикам, ну, вот не знаю, там скриншот или видео. Ну, лучше почитать, кому интересно будет. Как вы играете за оборотня Никса или волка, если вы набиваете как можно больше убийств. И, типа, отправляйте это видео или скриншот, я так и не понял. И у вас есть шанс получить 4000 гемов. Да, будь 5 победили по 4000 гемов. Вот такой вот челлендж, опять же, фейсбучик там. Есть новость, кому интересно, вперед. Ну, а мы отправляемся в командные бои за черепаха. У нас также еще включили золотую лихорадку, да, на целых 2 дня. Поэтому будем открывать сундучки, будем добивать 1200, 1100. Хотя бы 1100, да, для начала. Ой, короче, придется поднажать, но я постараюсь, надеюсь. Ну, а мы отправляемся в боец, сборочка стандартная, ничего не меня. Погнали тащить. Надеюсь, черепах сегодня покажет силу в этом новом скине. Ну, а может нет. Это ж такое. Знаете вы, как эти командные бои прекрасно играются. Вот так вот скинчик, кстати, выглядит. Сзади у него саркофаг легендарного скина типа на орла, да. Прячет там, скорее всего, орла. Ну, а спереди у него обычный черепах такой. Опять же, играем командно. Стараемся, по крайней мере. У нас есть 13 никс, по идее... 13 Никс, Акул, Лев со станом, Кенгру с гранатками. По идее, этого должно хватить, чтобы затащить, если они будут себя вести адекватно и реализовывать себя как дамагера в первую очередь, а не как, не знаю, танков или чего-то еще. Потому что 7 уровня убить на самом деле очень легко, если ты уровнем выше. Но урон от него и можно получить тоже неплохой, особенно если ты уровнем выше как раз. Поэтому лучше использовать как дамагер. Так, ну у нас пока что все хорошо, мы противников не находим. Но они друг друга особо тоже вроде не находят, потому что я смотрю, там осталось еще 20 противников, никто не умирает. А это все 4 склада еще живы, значит. Так, ну, надо держаться, конечно, с командой. Нужно бахать, помогать кое-как можем. Никса нельзя бросать, потому что он все-таки один из сильнейших персонажей в нашей игре. Так, ну, он сам добивает, отлично. Это хорошо, на самом деле, потому что мог Фламинко уйти. И тогда у нас были бы проблемы, но, как говорится, почему он играет сам, почему он играет без команды, это его ошибка, на самом деле. Он так не должен делать, но он так делает. Лев у нас немножко потерялся на карте, но надеюсь, он сможет нас найти. Очень надеюсь. Так, я вижу там какой-то противник. Вроде даже попал, не? Да-да-да, попал даже. Блин, а кто это был, интересно? Давайте глянем. Никсик был это, Никсик. Там еще кого-то... Ну, пока что все изи. Особых противников мы не встречаем. Поодиночке всех побеждаем. Ну, не чувствуется. Не чувствуется сложность текущего боя. Так, ну это обманчивое на самом деле явление, потому что может быть совсем по-другому все. Так, ну, проблема сейчас в том, что... Опа, волк 11, жесть. Так, у меня же на черепахе, кстати, первобытный инстинкт, если что, есть. Я могу бахать. О, видали, Брюсик себе отрикошетил. Красавчик, а? Гений на Брюсе. Давайте капканчик на всякий случай поставим. Кенгру у нас, конечно, видите, просто стоит в кустах. Блин, ну почему? Это проблема. Я пока что не буду давать им просто возможности сюда зайти. Пингвин просто стоит на месте. Ну, короче, вы видите, какие мне противники попались. Очень странные. Очень непонятные. Ну, Джейд одна, типа, пришла врываться. Ну, как-то все очень странно, непонятно, и мы победили. Я не знаю, что это было. Опять вот эти бои, знаете. Заходишь в бой, что-то делаешь, сам ничего не понимаешь, и опа, победа. Ну, вот что это, а?
Ну, популькал где-то немножко. Ну, где эти замесы? Хочется ж подраться. Ну, ладно. Надеюсь, в следующем бою у нас будет интереснее замесик. А то вот это вот, что сейчас происходило, такое не очень интересно было. Скучновато, я бы сказал. Не оценил я мощь черепаха. Ну, кстати, прикольно. Почти он весь закрывается. Давайте глянем. Сейчас немножко отойду. Во. Одни глаза. Посмотрите на эту дичь. Просто прикольно. Одни глаза чисто торчат. Саркофаг и глаза. Интересно, если взять орла, можно же, получается, чтобы... Ну, если в команде будет 4 орла с этим легендарным скином и черепах. Или там несколько черепахов, несколько орлов с этими, ну, с этими скинами, да? Это же, получается, можно взять и обмануть противников. Они подумают, что это орел стоит, а там будет на самом деле черепах. А такая неплохая штука. Ну, в замесе, в динамичном, да, будет сложно как-то среагировать. И когда ты видишь просто противника, ну, и он похож на орла, ну, как-то мимолетно можно среагировать и типа сказать, что это орел, да, и заатачить его, по идее. Ну, в общем, момент интересный, интересный. Затестить бы, конечно, но это слишком сложно. Три скина легендарных все-таки достать надо. Плюс на черепах еще скины. Ну, в общем, посмотрим, может быть, как-нибудь зареализуем. А возможно. Итак, сверху у нас три сквада, нужно идти вниз. Надеюсь, они послушаются меня. Да, да, послушались. Послушались. Вот, посмотрите на них. То есть, они понимают, что сверху два сквада. Эти два сквада сильные. Ну, они там залутают все. Какая логика? Правильно, надо пойти умереть. Логика ясна. Я, конечно, спорю, у нас есть шансы на победу против там других челиков, да? Давай, пойдем. Вон, змеючка тоже понимает, что нужно. Ну, давайте, командно играем. Ну, чё вы? У нас тут крабик вроде сильный, да? О, видали, как я промахнулся красиво? Просто жесть. Если что, я копье кастану, да? Если что. Попробую сейчас Брюса заманить, не получилось. Ну, блин, я в Брюса не попаду. Крабик сбежал там с кем-то подраться. Ну вот, попал, и ладно, в Брюса немножко. Немножко попал. Ага, не убежишь, Брюсик. Так, нам сейчас нужно постоять, у нас... Ну что за баки, вот... Типичные союзники в зубе, да? Ладно, две аптечки есть, арморчик есть, дробовичок есть, копье есть, лука нету. Лука нету, это проблема, потому что лук основное оружие. Скорее всего, это окно краба просто. Ну, то есть, типа, с двух телефонов зашел там. Или еще каким-то другим образом. И, по сути, получается, что... Так, тут волк еще 12 уровня, жесть. Ну, тут я спокойно все сделаю. Тут крабик, точнее, у нас все сделает. Приятно, когда крабик сильный в команде. Сильный, жесткий. Дерзкий, как пуля резкий, да? Это наш крабик. Вот так, так и должны играть крабы, на самом деле. Вот сколько раз не... Сколько раз не встречал краба, они редко так играют. То есть, в основном, это какие-то неадекваты. Этот, кстати, играет через воду. Я плюс-минус к этому адекватно отношусь. Но, опять же, лучше это делать, когда уже... Там 14 уровень, когда 4 слота. Тогда себе можно позволить игру через воду. На 13-м, наверное, все-таки... Ну, опять же, кому как больше нравится. Да, так будет, наверное, правильнее. Так, ну что, мы дожимаем противника, который от нас убегает. Крабик красиво действует, правильно. Опа, попал выстрелом. Ну, отрикошетил, кстати, выстрел. Ну, или то крабик бахнул. Такой себе, может быть, рикошет был. Я пока что бахаю качественно. Так, ну здесь немножко не получается особо побахать. Не достаю я немного до этих ребят. Сяду в эту. Ну, тут уже не надо было садиться. Видали, миллиметр их. Это из-за того, что этот гад остановился. Вот понимаете, да? Он в последний момент остановился выстрелить. А я в этот момент сделал четкий прям выстрел туда. Конечно, без фулсводки, да? Но все равно летело прям именно туда, куда надо было. И он такой бац, остановился за миллиметр. И оно прилетело перед ним. Ну, в этот раз подинамичнее был боец, конечно. Но все равно какой-то такой... Недостоин, как по мне. Нужно еще боец катать и закрепить этот прекрасный результат третьей победкой. Но чувствуется, что черепах может... О, да, кайф. Итак, я не договорил. Чувствуется, говорю, что черепах может на самом деле намного больше.
Блин, проблема. Ну, лута сейчас не хватает. Нужно... Ребятки там быстрее лутаются, чем я. Бегу к ним. Это проблема. Нужно быстро-быстро добежать до них. Потому что сейчас они там лутают все вначале, да? А я тут остаю, мне ничего не попадается. Ну, вон, лук залутали, гранату. Так, на дробовик я смогу залутать. Копье, если что, тоже. Нужно сейчас бежать за ними, несмотря ни на что. Копье вот какой-нибудь сейчас подберем. Хотя, видите, там кто-то впереди бежит. Генри, походу. И лутает все слишком быстро, я не успеваю. Ах, проблема. Из этого Генри, который просто бежит, сломя голову. Я не успеваю налутаться, у меня нету аптечек, ничего нету. Ну, он, наверное, тоже за аптечками бежит. Ну вот, сейчас как мы будем драться? Без аптечек, без ничего. А? Генри, ну чё, добегался, да? Молодец. Хорошо, хоть баг немножко туповат оказался. А я слишком силен. Ну, кстати, льву сбили. Садимся в эту, сейчас они себя поубивают. Примерно. Но, блин, сейчас меня убьют, все. Я вряд ли выживу. Да, вряд ли. Вот была ситуация, когда они вдвоем, на самом деле, почти без КП забежали в центр. И моя команда просто должна была стоять и кидать в них урон. Ну, они сбежали. Это же гениально. Ну, опять же, куда-то спешили, ну, типичная команда, ладно. Не повезло в этот раз. Вначале был вылет, потом... Блин, я в соло бой зашел. Ну и ладно. Хотя нет, смотрите, видите, зебр подо мной. На команду похоже. Или все-таки соло? Нет, все-таки соло. Ой, соло бой с дефибриллятором, это, конечно, будет интересно очень. Это будет очень интересно. Особенно с одним луком играть. Давайте засядем, он сейчас выстрелит, ему отразится. Во, и мы добьем. Ох уж это зуба, да, ребят? Ох уж это зуба. Впритык промахнуться, да, это сложно. Лута нет, ничего нет, как будем играть, не знаю. Метка зашкаливает. Так, ну льва оттолкнем. Бахаем по льву, чтобы ему не достался дробовичок. Ну, по идее, нормально. Одна аптечка есть, уже неплохо. В принципе, фулл лут тоже есть. Даже неплохой, я бы сказал, серебряный. Будет, конечно, сложно играть через дефибриллятор, опять же. Который у меня здесь есть, да? Нужно сейчас пойти у льва забрать аптечку. С Джейд, да? Но, блин, Джейд убежала. Отлично, забираем аптечку. И сейчас нужно убить льва будет. Лев. Я убивец на черепахе, ты понимаешь? Убивец. Сюда иди. Хитрый лев не хочет. Еще есть косточки. Ну это... Подожди, там 35, это же стандартный бой, да? Кажись. О, 16 черепах пошел и, короче. Черепах, пока. Пока. Черепах, пока. Я пошел. Ну, ребятки, сами понимаете, как бы там... 16 черепах. Не, ну конечно можно его в зоне зажать. Блин, план капкан. Он с анальми святого, мы его не зажмем в зоне, бежим. Бежим. План капкан не сработал, бежим. Потеря, потеря, короче, сейчас походу будет у меня. Надо срочно добежать вот сюда вот и там спрятаться. Потому что единственный момент, когда я смогу убить 16 черепаха, это если на него нападут другие. Это единственный шанс. У меня будет. Блин, он меня преследует. Нет. Отстань. Отстань, черепах. Надо сбоку обходить, чтобы он не видел меня по карте. Ну или не мог, по крайней мере. Шансов, чтобы у меня было побольше, быть незамеченным. Так. Блин. Так, ну с черепахом сейчас кто-то будет драться. Ага, это Таджейд. Так, ну. Здесь нужно по черепаху бахать. По возможности. Опять же, потому что... Блин, не могу бахнуть по черепаху. Там еще 15 лев. 15 лев. Так. Этого льва отпугнем. Надо черепаха бахать. Ну, льва надо бахать тоже, по идее. Чтобы он не мешался. Блин, в центре, конечно, стоит такой. Нужно было вниз зону убегать. Кролик здесь бегает у нас.
Так, неадекватно, кролики. Зачем ты на меня агришься? Ну, лев отхилился, ну. Кайф, чё? Сейчас он пойдет за мной, да? Ну, конечно, пойдет за мной. За кем же еще? Обойдешься, Левчанский, обойдешься. Неадекват. Просто неадекват. Блин, у нас канистры гелия, так не смогу победить. Ну все. Ну, ребятки, меня оттащили с трех сторон. Я ничего не мог с этой ситуации сделать. То, что я сделал, это и так невероятно. Я считаю. Хотя, если бы у него не... Блин, у меня был план идеальный. Но этот лев, который решил побежать на меня почему-то. То есть, слева был черепах, он не решил его не добивать. Но зачем, да? Зачем драться с черепахом, если можно просто убежать? На другого черепаха. Логично? Логично. Он убежал на меня. Там он умер. Скипик тоже тут у меня был. Тоже меня бил. Тоже по мне очень много задамажил. Если бы не эти двое, наверное, я бы смог развалить черепаха. То есть, я бы его разваливал, они бы там между собой дрались. Но случилась вот такая вот ситуация. Они почему-то выбрали меня, а не того черепаха. Такие вот дела. Такая вот игра. Такая вот зуба. Ну, почти победил. Я считаю, это нормально. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.